Сегодня мы пришли на детский пляж просто посидеть и отдохнуть. Сегодня 17 октября. На улице вроде бы октябрь, должно быть прохладно, но на улице очень хорошо, комфортно. Любуемся, сидим, лебеди плавают. Пришли жители со своими детьми после садика. Гуляют, отдыхают, наслаждаются хорошей погодой. Вообще у нас тут, видите, вот самый плюс, что вот нам здесь нравится, что здесь спокойно и тихо. Мама не добавила то, что у нас сегодня держалась температура весь день 22 градуса. А это, друзья, на минуточку, очень высокая для октября температура. Солнце очень приятно светит, и сейчас мы просто наслаждаемся вот этой вот прекрасной погодой. Как вы видите, я одета в футболку, я одета по-летнему, конечно, в джинсах. Взяли с собой мы кофты, но я думаю, кофты нам сегодня просто не пригодятся, потому что погода прекрасна, находимся на нашем Таманском заливе, на детском пляже Лягушатники. Мы с пляжа вернулись до центральной части поселка, прогулялись по улицам, уже солнце село, и, друзья, знаете, стало холодно. Надели кофты, куртки, вон мама идет у нас. Домой сейчас направляемся, и все стали надевать куртки, прям такие плотные. Это вот как? Вот это противоречивая погода. Октябрь. Но я действительно рада за то, что день у нас удался. День теплый, прекрасный. А завтра, что будет завтра, будет видно. Очень надеюсь, что погода будет также прекрасна. Вообще про себя. Нравится тебе жить, нет? Да. Нравится? А почему здесь нравится тебе жить? Вот что тебя здесь привлекает? Не море привлекает, дельфины. Круто, ну да, да. А в школе как? В школе плохо. Плохо? Не люблю учиться. Тебе не нравится там коллектив? С кем ты учишься, или тебе просто самой тяжело учиться? Мне тяжело учиться. Вот, это разные вещи. Так что давай занимайся, больше читай. Ой, малыша, а что это, да, малыша, что это? Ай, какие вот это... Все, пришли домой. Заходим. Че, малыша?